Какой самый доступный телефон для детей, а также их родителей? Конечно же, это Cubot Max 3. Досмотри ролик до конца, ведь сейчас я расскажу почему. Поехали! Всем привет! Наслушался я комментариев, конечно, про этот смартфон в предыдущем ролике. И такое писали, и такое, и вот это. Но, ребят, я же подчеркнул для себя, этот смарт будет идеальным, как вторая рабочая лошадка. Не как основной смартфон, а как вспомогательный. Либо для ваших детей, либо для ваших родителей. Ведь аналогов за $100 сейчас просто нет. Ну, NFC, там, экран, память, ну, все дела. Компания Cubot очень хочет захватить рынок ультрабюджетников, поэтому отдает телефоны по себестоимости. Ну, чтобы просто рассказать о себе. Давайте разберемся поподробнее. Да, чип стоит тут не самый мощный, но для детских игр он будет вполне себе ничего. Хватит, чтобы скоротать час-другой, пока вы заняты важными делами. То же самое касается и ваших родителей. Как мы пообщались с Евгеном Юджином, что ваши родители любой смарт и в WhatsApp картинками и видосами засрут. Я не отказываюсь до сих пор от своих слов. Почаще чистите телефоны родителей или покажите, как это сделать. Это еще лучше. Отключите WhatsApp автозагрузку, фото и видео. В основном этим они смартфоны загаживают. А в этом же телефоне стоит, напоминаю вам, что 4,64 гигабайта памяти. Я считаю, что с повседневными задачами справиться в легкую. Так как тут большой экран, для бабулек и дедушек это точно просто находка. У меня тесть с тещей только с экранами, ну где-то 5 дюймов, у них Redmi 6, A5. Так у них символы прям увеличены жестко, слова в экран не влазят, тут же 7-дюймовый экран, таких проблем не будет точно. И как плюс, неплохие углы обзора, хватит даже на то, чтобы в видосы залипать. Android на борту 11. Это не самая тупая операционная система, но, повторюсь, будет зависеть от незакрытых приложений. Почаще очищайте память, и проблем с использованием вы не заметите 100%. Даже вырез под фронтальную камеру в форме выреза, ну отверстия. Ну короче, не так ублюдски смотрится, как разные там челки, так что неплохой вариант за $100, ребят, присмотритесь. В комплект идет сразу же чехол, но даже без него смартфон собирает отпечатки пальцев, что уже достойно. Вот дилемма, вроде недорого он стоит, но если будете брать для детей, то чехол 100% носить обязательно. Для родителей не так уж и жалко его без чехла носить. Отпишитесь в комментариях, как вы, носите чехол на смартфоне или нет, лично я всегда с чехлами. Что по комплектации, то тут даже наушники в комплекте положили. Пусть проводные, но все-таки, значит, есть джек 3,5 мм, скажу я вам. Также идет зарядник на 2 ампера, 5 вольт. Это, так скажем, золотой стандарт. И кабель зарядки Type-C, ребят, что реально удивило. Я уж думал, микро засунут, но нет, все нормально. Это радует. Ну вот, думаю, теперь вам раскрылись больше карт про это устройство. А я напоминаю вам, что сегодня 23 августа, в день моего увольнения с завода 2 года назад, компания Cubot объявила старт продаж на AliExpress, где этот смартфон вы можете урвать по очень хорошей цене. Всего 109 баксов. Я считаю, что это реальная халява. Так что с чистой совестью могу советовать вам его к покупке. Ссылка будет в описании. А на этом у меня все. Всем хорошего настроения. Спасибо, что досмотрели до конца. Очень рад каждому зрителю и вашему комментарию у меня на канале. До скорых встреч, ребят, и всем пока-пока.